Здравствуйте, в эфире новости программы «Время местное» в студии Дмитрий Мавдрик. Город Лабытнанги вместе со всей страной противостоит распространению коронавируса. В особом режиме работает и лабытнанское телевидение. Предлагаем вашему вниманию самую важную информацию. На 10 утра 24 апреля Центром гигиены и эпидемиологии Ямала подтверждено 266 случаев новой коронавирусной инфекции. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов утвердил третий пакет мер поддержки предпринимателей. В связи с ухудшением качества воды в городском водопроводе с сегодняшнего дня организован подвоз питьевой воды во все районы города. Переправа через реку Обь между городами Лабытнанги и Салихард переходит на режим работы в соответствии с сезоном. Специалисты сферы жилищно-коммунального хозяйства контролируют исполнение обязанностей управляющих компаний по очистке и вывозу снега. На 10 утра 24 апреля Центром гигиены и эпидемиологии Ямала подтверждено 266 случаев новой коронавирусной инфекции. Коронавирус обнаружен у 189 мужчин и у 77 женщин. Среди заболевших больше всего рабочих – 168 человек. Эти данные обусловлены высоким процентом заболеваемости среди приезжающих в округ на вахту. Количество сотрудников месторождения или производственных объектов и жителей населенных пунктов Ямала сравнялось за считанные дни. 133 случая на месторождениях и 133 в городах и поселках округа. Мы по-прежнему не видим существенного прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди людей старше 65 лет и среди детского населения. И это, друзья, прекрасно иллюстрирует, как работают ограничительные меры. Хочется в первую очередь поблагодарить тех ямальцев, которые неукоснительно и ответственно подходят к соблюдению режима самоизоляции. Большое вам спасибо за вашу сознательность. В то же время с прошлой недели мы видим буквально четырехкратный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди людей молодого населения, активного, трудоспособного возраста, в том числе предпенсионного возраста. Это говорит о том, что, соответственно, необходимо как более строжайшим образом подойти к соблюдению режима самоизоляции. Наистрожайшим образом ограничить социальные контакты и продолжить социальное дистанционирование. Перевести максимально все возможные виды взаимодействия с другими людьми, коллегами, сослуживцами, руководством в дистанционный режим работы при помощи средств видеодоступа и других средств связи. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подтвердил третий пакет мер поддержки предпринимателей. Основная его цель – стимулировать работодателей, сохранять существующие рабочие места и создавать новые. Кроме того, помощь будет оказана самозанятым ямальцам. Ко мне сейчас поступает много обращений от предпринимателей. Они жалуются, что средства поддержки поступают медленно. Полностью с этим согласен. Дал поручение усилить состав работников, увеличить число бухгалтеров, которые задействованы в этом, и скорость работы, безусловно, возрастет. Как обсуждали ранее, мы разработали третий пакет мер поддержки наших предпринимателей. Там целый набор мероприятий, в частности, по нему наша выплата в 30 тысяч рублей станет доступным для самозанятых, которые зарегистрированы в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Там есть ряд исключений, например, если фактически деятельность не велась или есть постоянная работа у этого самозанятого. Но по нашим расчетам основное количество самозанятых точно сможет получить эту поддержку. Получить деньги можно будет уже с понедельника через сайт нашего агентства «Мой бизнес». Наша важнейшая задача – помочь людям, потерявшим работу из-за всех этих катаклизмов, из-за всех этих кризисных явлений. Для этого есть также целый комплекс мер. Работающим предприятиям будем предоставлять единовременную выплату в сумме до 120 тысяч рублей на создание нового рабочего места для ныне безработного. Также тем, кто временно трудоустраивает ямальцев, потерявшим работу, просубсидируем расходы на зарплату для них примерно до 31 тысячи рублей с учетом страховых взносов. Компании, которые временно трудоустраивают безработных, получат субсидию на компенсацию зарплаты сотрудников. Сумма составляет более 31 тысячи рублей на человека с учетом страховых взносов. Также субсидия предлагается тем, кто организует временные работы для своих сотрудников, находящихся в простое, в отпуске без сохранения зарплаты или работающих неполный день. Кроме того, малые и средние предприятия получают субсидию на создание постоянных рабочих мест для безработных. Она составляет до 123 тысяч рублей на одно созданное место. В течение года сотрудники
сотрудника нельзя уволить по вине работодателя. Если он уйдет сам, на это место направят другого безработного. Поддержку также получат самозанятые ямальцы, которые зарегистрированы как плательщики налога на профессиональный доход. Для них предусмотрена единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей. Предполагается, что воспользоваться мерой смогут около 800 ямальцев. Это таксисты, репетиторы, парикмахеры, мастера маникюра и другие работники. Обязательным условием для получения выплаты является не просто регистрация в качестве плательщика налога на профессиональный доход, а фактическое получение такого дохода. Заявление на получение выплаты начнут принимать с 27 апреля. Подать документы можно в электронном виде на сайте сохранимбизнес89.рф. В связи с ухудшением качества воды в городском водопроводе с сегодняшнего дня организован подвоз питьевой воды во все районы города. Графики заезда автоцистерн к каждому дому должны быть вывешены управляющими компаниями. Репортаж Дарьи Бугаевой. Свое появление возле двухэтажки водовозка обозначает звонким сигналом. Подъехав к подъезду, терпеливо ожидает, пока все жители дома наполнят свои емкости. Талые воды каждую весну лишают жителей Лабытнанги чистой воды. Ее качество в реке Ханмей, источники водоснабжения города, заметно ухудшается. В это время года ее доставляют из подземных водоисточников поселка Харп. Лабытнанцы к привозному водоснабжению в межсезонье относятся спокойно. Много лет так живут, приспособились. Качество воды вас устраивает? Да. Очень хорошая, чистая вода. Большое спасибо всем людям, которые к этому делу относятся и помогают нам приобретению или доставке чистой воды. Контракт на доставку из Харпа выполняет компания «Автомиг Плюс». По словам заместителя начальника управления ЖКХ и транспорта, это предприятие единственное, кому такая работа под силу. Есть и опыт, и спецтехника. Транспорт прошел дезинфекцию, водители сдали санминимум. Согласно муниципальному контракту, объем завозимой воды составляет 6135 метров кубических, что больше по сравнению с прошлым годом. В настоящее время у подрядчика работают и готовы для оказания услуги 10 автомобилей. Все происходит, как и в прошлом году. Изменения коснулись только стационарной точки разбора воды. Ранее для горожан, кому был неудобен график доставки или не хватило запасов, на улице Зеленая Горка стояла автоцистерна, которая помогала решить проблему. Сейчас у нее совсем другие функции. Завоз воды в город осуществляется большими цистернами, да, после чего вот с таких автомобилей, да, раздача воды осуществляется по водовозкам малого класса, да, и уже отсюда вода поступает во все районы города для населения. Что касается стационарной точки, ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации, да, в округе, в городе, мы вынуждены пока уйти от того, чтобы раздачу воды для населения осуществлять здесь, на точке, чтобы избежать скопления населения, да, и организовать его адресно. Вместе с тем хотелось бы добавить то, что у нас в городе организована группа волонтеров, город разбит на сектора, да, и подвоз воды для людей, которые нуждаются и не могут обеспечить себя водой, ну, выйти к водовозке и так далее, будет осуществляться с волонтерами. Ни жалоб, ни критических замечаний в этот день слышно не было. Люди привыкли весной собираться на зов автоцистерны. Однако верят, что однажды город перестанет зависеть от сезонных капризов реки. А пока такое водоснабжение продлится до 30 июня. До тех пор, пока вода в местном источнике не очистится до приемлемого качества. Дарья Бугаева, Евгений Садыков, Николай Снегир. Программа «Время местное». Переправа через реку Обь между городами Лабытнанги и Салехард переходит на особый режим работы в соответствии с сезоном. На данный момент введены ограничения для автомобилей, и уже на маршрут вышло судно на воздушной подушке «Нептун-23». Подробности далее. Переправа продолжает работать, но добраться на автомобиле на другую сторону Оби смогут не все. С 10 тонн до 20. В них входят КамАЗы, Уралы, ЗИЛы.
Ну, иномарки, которые свыше 10 тонн. Нужно отметить, что автомобили должны быть исключительно полноприводные. Все, кто не подходит по характеристикам, на лед допущены не будут. При этом нужно иметь разрешительный документ на передвижение в период самоизоляции. Без него также пересечь переправу не получится. В случае, если нет подходящего транспорта, жители Лабытнанги и Салехарда могут воспользоваться вездеходом «Нептун-23». Расписание на данный момент остается без изменений. Режим работы у нас прежний. Первое отправление 6.45 с лабытнанской стороны, последнее отправление в 11 вечера, это уже с салехардской стороны. Билеты стоят 130 рублей взрослый человек, детский до 5 лет бесплатно, и за багаж 65 рублей больше 20 килограмм. На борту «Нептуна» в связи с коронавирусом соблюдены все меры безопасности и проводятся профилактические мероприятия. В первую очередь проводим дезинфекцию салона, поручней, ну, за все, что берутся люди, ну, то бишь пассажиры, когда при посадке, при выходе с судна. Также указаны места, вот крестиками указаны места, где нельзя садиться, ну, для соблюдения расстояния метр между пассажирами. То бишь возим по 50%. Ну, загрузка у нас идет 50%, то бишь 10 человек. Важная информация. На борт воздушной подушки пассажиры допускаются исключительно в масках, поэтому позаботьтесь об этом заранее. Дополнительную информацию можно получить по телефону справочной 349-22-7-17-04. В ежедневном режиме специалисты сферы жилищно-коммунального хозяйства контролируют исполнение обязанностей управляющими компаниями по очистке и вывозу снега во дворах в период интенсивного таяния снега. Наша съемочная группа присоединилась к ним. О состоянии придомовых территорий в своем репортаже расскажет Альмира Новоселова. Поход в ближайший магазин для Валентины Михайловны сейчас непосильная задача. Пару дней назад для этого ей нужно было преодолеть ручей, который течет из-под дома. Я пошла в магазин сюда вот дня 3 или 4 тому назад. У меня чуть не по колено вот тут была вода. Это же она течет и течет и течет. И посмотрите, там дорога выше, щебенка насыпана. А куда ей уходить? Ей уходить-то никуда, этой воде. После обращения в управляющую компанию пенсионерки от крыльца до дороги положили поддоны, по которым 72-летняя женщина, передвигающаяся с тростью, ходить не рискует. Но и дома сидеть ей мешает запах сырости. Вода окружает женщину не только под домом, но и капает с крыши. Я сегодня уже вышла на администрацию города и говорю, придите мне что-то в квартире сделайте, потому что же невозможно. Куда же пошел мне? По стене, пол стены залито водой. Ну куда это годится? Что это за дело? Сколько я буду тазы эти ставить и убирать? Угу. Что вам ответили? Не ответили, что завтра должен прийти специалист. Но не знаю. Это вот мне в администрации. А вот это комфортный дом, мне ничего не ответили. Они вообще ничего не хотят делать. Соседи Валентины Литвиненко также негодуют. Очистка дворов ближайших домов по улице Поисковая их не устраивает. С сухими ногами из магазина можно вернуться, только если умеешь хорошо прыгать. Убедиться в этом лично и принять решение по исправлению ситуации сотрудникам ЖКХ помогает выезд на места. Стараемся в кратчайшие сроки устранить и исправить данное положение по этому дому. Ну, в первую очередь речь идет о очистке близ расположенных дворовых территорий, потому что вода, соответственно, тает, скапливается и попадает непосредственно под этот дом ввиду его рельефного расположения. Учтем конструкцию на сегодняшний момент подходного мостика, который вот трапа, который установлен, и сделаем так, что он был устойчив и, соответственно, не доставлял неудобства данной жительнице. Управляющей компании взят этот адрес под строгий контроль. В отличие от дворов микрорайона БАМ, в центре города абсолютно другой вид. Так, после обращения жителей 5 и 7 домов по улице Гагарина, управляющая компания «Ямалстройсервис» оперативно отреагировала. По данному адресу было обращение от жильцов двух домов на службу 112. Управляющая компания оперативно отреагировала. Ну, на сегодняшний день мы видим чистый двор, без снега, местами даже сухой асфальт. На Обской 2А мы застали процесс очистки придомовой территории. Всего такую работу в городе сейчас выполняет 4 погрузчика. На следующей неделе планируется активный вывоз снега.
сразу хочу отметить, что не весь Шелхон охватывается, поэтому хочется заверить наших жителей, что те заявки, которые подаются в 112 ИДДС, они ни в коем случае не снимаются до полного их исполнения. То есть, если заявка попадает в ИДДС, она полностью, начиная от управляющей компании, заканчивая специалистами УЖКХ, контролируется. Обращение жителей, контроль специалистов сферы ЖКХ позволяют управляющим компаниям в первую очередь реагировать на наиболее проблемные адреса. Альмира Новоселова, Николай Снегир, программа «Время местное». Это была последняя информация выпуска. Далее прогноз погоды. На этом у меня все. В студии работал Дмитрий Мавдрик. Я благодарю вас за внимание. Все наши новости, а также официальная и проверенная информация доступны в интернете на сайте lbt-tv.ru, в группах ЛТВ, на всех популярных социальных сетях и на портале YouTube. Подписывайтесь, смотрите, комментируйте и будьте в курсе событий. До свидания. На 25 апреля в Лабытнанге ожидается утром минус 6 градусов, ветер восточный 1 метр в секунду. Днем столбик термометра остановится на отметке минус 2 градуса, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Вечером минус 5 градусов, ветер юго-западный 3 метра в секунду.